твои глаза как жалость. А хули ж ты сидела там, блядь? Артур, сюда иди, блядь. Сюда иди на воду. Держи эту хуйню. Вода слышит. А вон она. Сейчас мы тебя, подруга, будем вешать. Она тут неделю уже живет. Сука, надоело уже, блядь, мне пиздец. Так она сейчас такие там ее что, приблокировали? Закрыли мы все там двери и, блядь, все окна, блядь. Кусаться будешь? Будешь кусаться? Кусай. Кусай. Да не, она уже пизда. Да. Какую его знает, блядь. Вон сидит, блядь. А ты же не скажи, я сейчас на голову один не будешь. Давай, давай. Не боюсь. Че, затягивай? Да ебаная твоя изолента, блядь. Ты что, я затянул. Вокруг обвелась еще. Может, да? Блядь, полушептой веревкой взяли ее. Красный русик. Русик. Да, да ты за шпил ее возьми, да тащи. Ну, она грязная, как слюня. Слушай, может, той веревкой красной возьмем? Ай, блядь. Нахуй мы ее приклеили, ебал ее голову. Руся. Большой? Да, у той красной веревки. Да. Да ну давай. Принеси на этом, на зеленом шкафчике она лежит. Принимай. Зубами стучит, под низ делаю руку, она... Слышь, а может побольше петлю, чтобы она тебе под грудак ее? Под грудак, да, как-то так вот и затянуть. Нахуй. Не получится, Русик? Она меня сейчас чую ёбнет. А хоть за лапу, за заднюю там, лучше за лапу за какую-нибудь зацепить. Так, все, не дергайся, не снимай. Ну, в принципе, затянул, пацаны. За шею? Да. Ну что ты, будешь а терпеть, а? Терпеть будешь? Терпеть будешь ты, а? Да не удушится она, блядь, когда будь... на цепях, ебать, сами себя душат, похуй. Бля, можно так её, чтобы петля, блядь, была? Блядь, Межганыч, а. Ну, в натуре жалко. Блять, может еще за пузо ее завязать? А как ты потом? А ремень этот пояс нас. Какой? А, да ну ты ебанись, вон там столько петель, столько всякой хуйни. Слушай, а между лапами не сможешь пропустить так веревку? Да я ебни сейчас нахуй за палец, ебни, между пальцами, между лапами. Я вниз руку опускаю, она гладить дается. Вниз руку опускаю. Сейчас ты на свободу пойдешь, трясешься. Не бойся, не бойся. Сейчас ёб твою, блядь. Кормовое место было, блядь. Да нахуй это, блядь, теплосети, ебать нахуй. Он же брезгливый, а ты его ещё этой хуйней пугаешь. Не бойся, мой хороший, подвинься. Подвинься. Не бойся, не бойся. МЧСовцы приехали, постояли, а мы поехали. Все будет хорошо, не переживай. Что, не стали в точке? Ну, приезжали три. Да, далеко было, короче. Бойся, продел, да? Ага. Спустился один, это я ее так, даже он дохуй в трубу заглядывал. Я не вижу, говорю, поехали отсюда. Че, ты первый будешь вылазить? Да. Ну а как вы ее вытащите, конечно. Так, малышка, сейчас чуть-чуть тебе будет неприятно, а потом... Че она? Да вот, глянь на меня. Ага. И хуя себе морда. Я же говорю, убегайте, там обрезанные уши у них. Ты моя сладкая. Ну все, все, сейчас пойдешь на свободу. Поднимайся по лестнице и подашь. Сейчас мы тебя вытащим, не переживай. Лестница. Бля. Неделя труда, блядь. Не шугайся, не шугайся. Сейчас мы тебя вывернем. Отсюда. Маму, подержи, только не роняй. Крепче держи. А то ты как зайчьими лапками, блядь. Тащи лестницу. Ну сейчас, Русик, вылезет. Все, лестница вытащит. Осторожно, только не будешь так, осторожно ее контролируй. Хорошо, положи руку, руку. А то ты греха на тебя дохуя. Ты собак сколько пострелял. Давай ага. Сюда. Две. Две. Резко не дергайте, понимаешь? Давай, поехали. Давай, 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 давай. Бля, нахуй пикнула, блядь. А ну подождите, я этого чуда сниму, блядь. Неделю тебя кормили, бледина, блядь. Смотри, что под лестницей хуярит. Так, ну теперь надо ее еще пока. Ну я, да она боится, она сейчас. Там перегороди. Да нахуй я. Иди сюда, иди сюда. Вот
Не, он с нее, у нее с него контакт. Они же там уже познакомились, блядь. Принеси мою посудку, Артур, где мясо лежит. В черном пакете, в столовой. Не бойся, ты моя хорошая. Да, да. Шарохайся, блядь. Вот там вода есть, блядь. Ну и водой поливать, она сейчас убежит, наверное, да? Сейчас покормлю, чтобы она не боялась. Так же, блядь, пока там... А что-то не было сегодня дождя. Сейчас покушать. Не гремите. Кончай там, Санек. Она боится до сих пор. МЧСовцам на сайт выложи, да, написать, вы конченые. Да. А где эта тара, блядь? Ну, она армяне боится. Иди тише. О, пакет я знаю, что шелестит. Опять Шварценеггер останется без жратвы, блядь. Ну ему там чуть осталось. Понял, Русян. Там тебе оставили чуть-чуть. Видишь, не рычит, когда это, да, ест гладит. Да, обычно ж собаки нахуй. Ну да. Бля, голодная. Тулик, набери во что-нибудь воды, в любую хуйню, там сыпу посмотри. А ножик есть, да, можно было... Зарезать уже? Петли, всякую хуйню же сделали, блядь. Это питьевая вода. Ну ты ж ее, как ты ее напоишь? Ну надо же резать вот так вот, нет, не надо. Да она найдет воды попить. Блин, накормить, напоить надо. А вот, да, ведро нахуй этого. Ты в пакет. А ну дай, в руки я налью, нахуй. Бля, все слопало уже. Да там воды у нее было, по-моему, блядь. Ну, налей в пакет, дед. Все, гоните ее отсюда. От греха подальше. Дождем обмывает. Упала, что ли? Вытирается, очищается. Нихуя, скотина умная, гляд, в натуре трется. Умная. Была умная, вытащили первый день. Да уже напоим. Ля-ля-ля, что она делает? Да вот, напоим. Радуется жизнь, а как ты думаешь после смерти выйти? Иди сюда. А вот напоили уже, она уже попила. А тут ледяная, иди, холодная. Ну, эта кружка вам нужна, что-то что?